Одесситов призывают влиять на бюджет города. На Соборной площади людям рассказали о том, как можно формировать главный финансовый документ. Организаторы говорят, важно объяснить, что бюджет – это не секретный файл, на который никак нельзя повлиять. По закону каждый может подать свои конкретные предложения. Больше всего одесситов волнуют вопросы ЖКХ и ремонта дорог. Наверное, убирать улицы чаще и отремонтировать дороги. Единственное, что меня самое больше напрягает. Все зависит не от меня явно, а от того, кто эти деньги будет выделять. Явно же они не будут из бюджета туда идти. Главное – донести до одесситов, что бюджетные средства – это деньги каждого из них, и люди могут влиять на то, как их тратят. Еще одна цель акции – показать чиновникам, что одесситы могут стать полноценными партнерами в бюджетном процессе. Те обращения, которые относятся к компетенции городского совета, мы вместе с обращением от имени своей организации подадим в городской совет и дальше будем сопровождать, отслеживать их судьбу, добиваться того, чтобы они были полноценно рассмотрены и полноценно профинансированы.